Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов FXNUC. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Стратегия FXNUC изначально предназначалась для торговли на рынке Forex, но с учетом того, что она генерирует простые и понятные сигналы, использовать ее можно и для бинарных опционов. Из основных преимуществ данной стратегии можно выделить целых три шаблона, которые предназначены для торговли внутри дня, скальпинга и свинг-трейдинга, что делает систему FXNUC универсальной и подходящей абсолютно любым типам трейдеров. Также стоит отметить, что данная стратегия является платной, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Стратегия FXNUC состоит всего из двух индикаторов. И это трендово-сигнальный индикатор FXNUC, который находится на графике, а также панель силы и слабости валют. Так как индикатор FXNUC является трендовым, то использовать его, конечно же, лучше всего будет по тренду. О том, как использовать тренд и как по нему торговать, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Если говорить о панели силы и слабости, то на ней представлены 8 основных валют, на которых и строится большинство валютных пар. И основная суть панели состоит в том, чтобы видеть, какая валюта на данный момент лидирует в росте, и эта информация должна учитываться при совершении сделок по сигналам от стратегии. Если говорить о настройках индикаторов из данной стратегии, то настроить в данном случае можно только алерты. Других настроек в данных индикаторах нет. Как уже говорилось ранее, данная стратегия имеет три разных шаблона. И это шаблон для дейтрейдинга, шаблон для скальпинга и шаблон для свинг-трейдинга. Если обратить внимание на каждый из трех графиков, то можно будет увидеть, что сигналы от индикатора отличаются. Хоть и наблюдаются участки цены с очень похожими сигналами. И как можно заметить, определить, какой шаблон сейчас используется, можно либо по цвету панели, либо по названию над панелью. Прежде чем решить, какой шаблон лучше всего использовать, стоит определиться с типами трейдинга. Торговля внутри дня подразумевает покупку опционов с экспирацией не более 24 часов, так как в таком типе трейдинга сделки не переносятся на следующий день. Но чаще всего экспирация не превышает 2 часов, и количество сделок может составлять до 5 в день. Скальпинг же – это короткие сделки, экспирация в которых не длится дольше 5 минут. И если трейдер придерживается такого стиля торговли, то сделок за день может совершаться от 20 и больше. Свинг-трейдинг подразумевает торговлю долгих трендовых движений, и на графике М5 сделка может длиться около 3-5 часов, тогда как на часовом графике экспирация может достигать 2-3 дней. Теперь осталось только понять принцип работы панели валют. Суть панели сводится к тому, чтобы видеть, какая из валют на данный момент является сильной, а какая слабой. И в данном случае валюты австралийский доллар, новозеландский доллар и японская иена являются самыми сильными. За ними следует британский фунт. Все оставшиеся валюты, а именно евро, доллар, канадский доллар и чешский франк, являются слабыми. И опционы колл должны покупаться только на те валютные пары, которые на данный момент являются сильными. А опционы пут покупаются на те валютные пары, которые являются слабыми. Так как на панели представлены валюты, а не валютные пары, то чтобы определить, какая валютная пара является сильной, а какая слабой, стоит обращать внимание на базовую валюту. И базовая валюта – это та валюта, которая стоит первая в названии валютной пары. И если взять валютную пару евро-доллар, то базовой валютой, конечно же, будет евро. Поэтому, глядя на данную панель, можно сказать, что опционы колл точно не должны покупаться на данный момент по валютной паре евро-доллар, так как и евро, и доллар находятся в слабом состоянии, что говорит о неопределенности. И в данном случае мы можем наблюдать флэт. И говоря о правилах торговли по данной стратегии, для покупки опциона колл необходимо, чтобы основная валюта была сильной и линия индикатора поменяла цвет на синий.
Соответственно, для покупки опциона PUT необходимо, чтобы основная валюта была слабой и линия индикатора поменяла цвет на красный. И для примеров покупки опционов PUT можно рассмотреть данный участок графика на валютной паре доллар-японская иена. И в данном случае видно, как доллар является слабым, японская иена является сильной, и у нас поменялся цвет индикатора с синего на красный. И так как в данном случае у нас используется шаблон для торговли внутри дня, экспирацию стоит рассматривать в 20 свечей. Опцион Call можно было бы покупать точно таким же образом. Но для этого нам было бы необходимо, чтобы доллар был сильным, японская иена слабой, и индикатор поменял цвет с красного на синий. Также стоит отметить, что другие шаблоны отличаются экспирацией. И как уже говорилось ранее, при использовании торговли внутри дня используется 20 свечей, для скальпинга используются 3 свечи, а для свинг-трейдинга используется 200 свечей. И в заключении хочется сказать, что стратегия для бинарных опционов FX NUC имеет не самые сложные правила, но зато обладает эффективными сигналами, которые можно использовать как для турбоопционов, так и для более долгих сделок по тренду. Но несмотря на это, никогда не стоит забывать о правилах money management и risk management, так как они позволяют получать прибыль даже тогда, когда стратегия дает много ложных или убыточных сигналов. И также перед использованием данной стратегии на реальном счету обязательно стоит ее протестировать на демо, чтобы разобраться во всех ее деталях и тонкостях. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!